Все тайное станет явным, по крайней мере, для тех, кто придет в музей имени Врубеля на выставку «О львах, шутах и королях». В центре внимания, точнее, на свету, водяные знаки. Но не на деньгах, как мы привыкли, а на европейской бумаге ручного изготовления. Посетители узнают, зачем водяные знаки наносили на книги, гравюры, карты, какие технологии для этого использовались и, главное, что за тайны веками хранят полупрозрачные рисунки. В зале даже оборудован световой стол, где можно рассмотреть образцы водяных знаков повнимательнее. Погулять на выставке можно самостоятельно или с экскурсоводом. Если остановитесь на последнем варианте, непременно узнаете все, что скрыто, обещают организаторы. Выставка будет работать до середины ноября в музее имени Врубеля. И мы хотели привлечь внимание, чтобы люди увидели, что, возможно, у них дома есть книги, документы с водяными знаками. У нас был посетитель, который принес книгу, готовый ее продать. Но я уже привычной рукой смотрела бумагу, увидела водяные знаки. Он сказал: ну скажите два слова, почему я не должен продать. Я сказала: но она отпечатана на бумаге дедушки жены Пушкина. И это его так потрясло, он сказал: ну да, Пушкина я продавать не буду.